Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Жми продолжить, мы уже даже здороваться не будем, я тоже начал запись. Всем привет, здрасте. Да, всем привет, здрасте и добро пожаловать, всем Христос воскрес, потому что запись идет с 20 числа, и в общем, да. Да, Диабло, хардкор, крестоносцы, мы хотим умереть, но у нас не получается. Ну, я думаю, скоро нас нагнут, я надеюсь, запись будет короткой, она закончится очень быстро, и это все будет круто, у меня подвис Диабло. Ну, это нормально. Так, что, дедушка, пойдем. О, дедушка, девочка. Так, а нам куда? А нам на паром, да? Да, что мы за стариком-то пошли? Не знаю, это ты за стариком пошел. Зачем ты за стариком пошел? Он пошел, и я пошел. Я вот думаю, мозг не надорви. Это как? Ну тут эти неписи общаются. Неписи? Да. NPC! Ладно. Непись! Ладно. Давай непись, напомни, что у нас еще есть клан, в который вы можете вступить абсолютно бесплатно. Жезл Во, ищите наш так, живой Во. И все, и вступайте, и играйте с нами, если, конечно же, вы во время записи будете в онлайн. Да. Все, побежали. О. Жезл, мне кажется, нас тут умрут, мы умрем все. Да нет, ты смотри, как мы их прям. Не знаю, вот не знаю. Я уже хочу быстрее эту пассивную. Не самого обычного. Я хочу быстрее это пройти следующий момент, который скоро будет, чтобы забыть о нем, об этой самой ненавистной мне миссии, об этих гребаных пауках, об этом 20-м полученном мной уровне. И сел такой, сука. Да, так. Время действия эффекта увеличивается на 30 секунд. Когда в радиусе 4 противника показывает блок, повышается ты. Скорость восполнения здоровья повышается на 18 единиц в секунду. При использовании основных умений кристалл дополнительно восстановит 3 единицы гнева. Ладно. Слышь, ты что, буквы выучил? Букварь нашел. Будем. Тихо. У меня священный щит появился. Ща как долбану. Смотри. Шпдыщ! Это я долбану. Нет, ты смотри. Шпдыщ! Видал? Как он там считает по всем. Блин, я обилку истратил не ту. Пузырь выйдет. Ха-ха-ха-ха-ха. Все равно будет моим. Да всем пофиг. Будет, он будет твоим, только ты не воспользуешься. Шптыщ. Шптыщ. Смотри. Шптыщ, 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 шптыщ. Видал, 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 видал. Идем зелененького убьем. Сейчас я туда телепортнусь, погоди секундочку. На! И я тоже могу так делать. Давай делай. Это мне больно. Ты видал? Нет, ты видал, как щит такой? Дынс такой? Видал, видал. Миндал. О-о-о! Как ты дал лошадь? Ха-ха-ха! Должно умереть. Зачем? Мы договорились, что я... Да ладно, мы тут смотри как живем, я под щитом, ты под щитом, мы вместе под щитами и все круто. О, что-то я хотел. Я прям смотри, если что, вот так вот убегу, а ты там один останешься. Мне не хватает гнева. Ну спасибо. Замечательно, я ожил. Я ищу рукой. Я вообще не понимаю, как ты мог сдохнуть? Если бы я сдох бы, я бы тут бы материл. Нет, я про тот момент, когда вот визардом. Ой, тоже мне. Ее здесь нет. Это как бы троллинг не пройдет, чувак. Да-да-да. Но все сразу, каким визардом? А видео-то оно запомнилось. Так, я пойду без тебя события начну. Давай, я как раз подгружусь, вот встаю, отдохну. Пропущу. Поговорю. Телепортнусь. Телепортнусь.
А я к тебе сейчас телепортанусь. А давай. Вот прям давай, ко мне прям телепортайся. Блин, чё я стою? Не знаю, что ты там стоишь. Столько денег! Чувак, на 20 уровне еще кое-что открылось. Что мне взять-то? Я взял, который ХП восстанавливает. А как он называется? Скорость восстановления здоровья, будь ты здоров. Спасибо. Так. Причем самое смешное, на моей записи это не будет. Я там успел выключить микрофон. Блин, я хотел на маунт сесть и поскакать к тебе, но он же временный. Представляешь, да, какой обломчик? Да, обломский. Ой, тут еще... Я прям так сейчас читерил. У меня места нету, чувак. Чувак, я уже в покоях арахны этой. Арахны. В чьих ты покоях? Арахнофобийских покоях я, в общем. А, блин, это же пауки, я их ненавижу. Вот, я уже начал это прохождение. Получаю за место тебя тут за двоих левел. Пока ты там в непонятках где-то тусуешь, нахожу уже желтика. Да я вон вижу, как он тебя нагибает. Он меня? Он меня только пугает. Видишь, как на лошадку так сел, так хопа-хопа-хопа. Чё он меня напугал, говорит, я сюда. Чё пришел? Мы тут, видишь, с другом твоим разговариваем, говорит, да? Блин, что фигово, я пассивное заклинание взял. О, я паука на свою сторону, слышь, переманил. А научи меня тоже переманить. А ты эту хрень, короче, возьми и делай, как она. Ну, которая ослепляющая, у нее такая пассивка. Говно какое-то выпало. Блин. Давай пройдем как можно скорее вот эту часть уровня. Чувак. Так, слушай, что мне взять на основной удар? Я не могу определиться. И возьми и правосудие, и освещенный щит. Освещенный. Щит и правосудие. Все, жезл. Жезл, во. Тогда нам надо разделиться, чтобы быстрее это пройти. Да не ссы ты так, деваха. Так а я-то чё, я так только. Щитом по морде. Это же бумеранг, а не щит. Это... Щит по морде раз-два. Хотел что-то умное придумать, какую-то хрень сказал. Ну, в принципе, как обычно. Ну да. Мне гнева не хватает. Как я пауков ненавижу, а? Говоришь, гнева не хватает. Трындиш. Ну, навряд ли ты, кстати, ненавидишь пауков больше, чем наш один знакомый общий. Да, вот я только что об этом хотел сказать. Просто промолчал, чтобы имя не перепутать. А я его вот хорошо знаю. На, по морде щитом. А черт, промахнулся на 3 метра. Блин, ну читерный щит какой-то. Да он прям сразу всем по морде раздает. Да хоть сумку подымем. И тут тупичок. Ну так, ну сумка, опыт. Серым неприметным он был. И вот однажды я перестал быть пауком. Наоборот, стал пауком. Убивать всех, кто осмелится потревожить госпожу и темные силы, что ее сотворили. Да ладно, я боюсь. О, смотри, пауки-то на нашей стороне. Мне нужно больше... Ой-ой-ой. Какие злые паучата. Злые-то паучата, да? А паучата еще могут вниз уходить, а тут бутылочка. А мне и так. Ой, нормально. Второй пак сидит,
выкинул, чувак. Да пофигу, я тут с первым почти расправился. Шибдыщ. Видал, 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 видал. Я кроссаучек. Мне гнева не хватает. Нате всех под бан. Под бан гневной лошади. Как ты переманиваешь гневную лошадь? То заклинание, которое ослепляет их. Твою... Все, я сдох. Да ладно! Чувак, поставь быстрее. Мне не хватает гнева. Беги, мать твою, лошадь поставь, серьезно. Они зажали меня просто, у меня все на кулдауне было. Лошадь возьми, я тебе серьезно говорю. Сам ты лошадь не обзывайся. Я ж думал, что ты умер, смотрю, вроде живой, еще мне врет тут стоит. Меня зажали. Зажали его. Уши тебе зажали. Да, слишком тяжело, я в город. Да слишком тяжело для меня, я не могу вынести так. Я не могу вынести это, да? Ой, жесть. Так, тут это, гнев. Ну ладно, я сам возьму себе. А что ты пожертвовал на лошадь? Я не знаю, что я там пожертвовал на лошадь. Мне не хватает. Что-то, наверное, нужное, как всегда. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты тыщ! Ха-ха-ха! Да, только без меня не умри. Да, это было бы смешно. Ох, нифига себе, я шапочку нашел себе. Вообще, по идее, я... бессмертный. И так, знаешь, через 3 секунды... А, спасите, помогите! Я умер. Да. Блин, почему у меня такие лаги на компе сейчас появились? Не знаю. Бустер запусти, рейзеровский. Бустер, тебе сколько за рекламу, сволочь, заплатили? Не скажу, а то вдруг отберут еще. Не, он у меня автоматически запускает, оптимизирует. Так что я не знаю, в чем дело. Так, камушки эти надо позорные продать. И я пошел, пошел, пошел. Так, сколько тут синих, а? Сколько тут всего? Я уже их даже не поднимаю. Ну, а стоило бы. Так, ты мне скажи, что вместо лошади поставить. У меня есть ослепление. Ну, у меня лошадь на двойке стоит. Агро, чтобы всех, потом наша аура. А, за место насмешки. Насмешки? Да. Она скакун. Бесполезна здесь. Скакун с руной. С руной, с руной, да. Ты правильно понял. Скакун с руной. Блин, нифига себе, что тут. Блять, скакун с руной, ну. Чего? Мелкий, мелкий. Скакун ты наш с руной. О, у меня щит хороший выпал. Кстати, наплечь хороший лежал, а я даже не знал об этом. Ну вот у меня то же самое было, когда у меня сумки переполнил вниз. У меня все. Сейчас в нужный момент он мне на кулдауне. Мне нужно больше гнева. А почему ты насмешку убрал? Да она как-то. О, иди сюда, здесь усилитель, святилище. Блин, мне так нравится этот звук, когда он им об морды бьет щитом. Такой птыщ. Иди сюда. Да я сейчас приду, ё-моё. И ускакал от меня. Паркоре играем. Хватит, наверное, на смс-ки отвлекаться. Потом ответ на... Ну, нормальный какой-нибудь вопрос на смс-ки прислали, потом ответ. Я из-за тебя сдох на хардкоре. Блин, вот это точно надо. Шк-тин. Вот что ты так забоялся, прям убежал в какие-то дали. Рыжка, обувь мне выпала. Да ладно, чувак, у тебя навряд ли хуже, чем у меня. Но если ты умрешь, я буду смеяться, честно. Да не
ты веришь каждому моему слову? Ну... Помогите, спасите! Да-да-да-да-да. Ну, вот когда такие эти красненькие выпадают, что сейчас мы вас, говорит, полечим, пацаны, ну, мне пофигу. Да мне и так пофигу. Я вам прям под этими стою. Блин, я думал, легендарка выпала. Не, мне выпала только что обувь какая-то. О, новая схема, кстати. Какая? По разводу чего? А, ну здесь все новые схемы будут. Так, я уменьшу себе чуть-чуть урон, но увеличу довольно сильно хп. Так, знаешь, что мы сделаем? Не знаю. Сейчас прибавлю тебя... В скайпе чуть-чуть. Давай, прибавь меня. Я прям жажду этого. Тут книжка нашлась. Самое важное сейчас обезопасить замок от тристрамских изменений. А конь что делает? Он просто скачет. Пока просто да. Пока без каких-либо этих. Близко к моим владениям. Надо сделать так, чтобы через них никто не мог пройти. Как мне известно, архиепископ Лазарь научился... Ну ты, кстати, довольно тихо у меня, несмотря на то, что на максимуме в скайпе. Может оказаться полезным. Ты меня на 4 клетки обгоняешь сейчас. Ладно. Да. Хорошо. А, теперь у меня кое-что доступно стало, стой. Ну ты пока постой, я пойду. Пойдет. Побег он туда. Моя госпожа! Моя госпожа! Дыщ. Покойся с миром. Как я ее ненавижу, а? Откуда он вылупился? Это же хардкор, чувак. Помоги мне, прошу. Паучью королеву. Где? Где я в луже стою? Так, а ну я же ослепил чертову паучиху. Блин, хардкорный не слабонервный, перебогу. А на паучиху, кстати, не действует. Ослепление? Ну а да, но раз через... У меня пишет вообще, что типа не это, не работает. Раз в лужу прискакал. Он у меня только в лужу начал действовать. Или это у меня так здоровье восстанавливает. Я реально в лужу стою и ничего не происходит. Но у меня происходит, ну так, знаешь. Ну, тебе в задницу. Вдогонку. Тут он это ярость медленно восстанавливает. По-человечески как-то. Кдыщ! Тебя любит, да? Лучше ставить прям под тебе. Да, я в это время как раз телепортируюсь. Гадит еще тут на меня. Кто нам зрители скажет, что мы ее очень медленно убиваем? Ну так. Что-то не дело, пацаны, давайте мы вас десятником протащим. А мы такие, не, так и хардкор. Щбдыщ! У меня еще не перезарядил. У меня здесь бутылка лежит. А бутылки не исчезают, да, по-моему? Не. Да все, она мертвая. Я добегу. Супчик там было написано, чё? Чё? Я тебя обогоню. Да, обогоняй. С лазой уже. Спасибо. Тебе колечко нужно? Такое. Какое такое? У меня вообще колец нету, давай, Люба, мне понравится. Я ее выкинул. У меня опять надо назад идти. Да ладно, подобрал, на.
Это не гадалка? Нет, не гадалка. Это не гадалка, не гадалка. Ну, кстати, сейчас мы в первый раз узнаем, где же надо было встречать гадалку. Где же, что, это было секретом, что ли? Я не знаю, например, до сих пор не видел. Давай, бери уже. Кстати, 20 минут. А, ну, в принципе, мы спасли, как бы до портала добрались. Я думаю, для этой серии хватит. Может быть... Не-не-не-не-не-не. Потом, в следующей серии. А то действительно, 20 минут, а тут это. В общем, еще раз, ребятки, напоминаем, нажимаем вот так вот N. И у нас здесь вот такие вот эти люди. Люди вот здесь вот у нас тут все, видите ли. Вот. Так что вот присоединяйтесь к клану Джезлво. Наш клан живой. Так что все отлично, все круто. Видите, даже храмовник дал клятву. В общем, всем спасибо. С вами были, как всегда, мы ЛДС. И удачи. Пока-пока. Так. Да.